Родительская общественность Ульяновска возмущена материалами некоторых ульяновских СМИ. По их словам, в погоне за рейтингом несколько изданий опубликовало неправильную информацию произошедшего день назад в 30-й гимназии. Напомним, вечером в школу проник злоумышленник и, представившись родителям одного из ученика, пытался показать половые органы 9-летнему школьнику. Сегодня родители забили тревогу. По их словам, одноклассники, прочитав нелепые материалы, изменят свое отношение к мальчику. Также у родителей возник вопрос к правоохранителям. У родителей города Ульяновска возникает огромный вопрос к правоохранительным органам. Почему преступник, неоднократно осужденный за такие тяжкие преступления, свободно разгуливает на свободе? Ведь он мог встретить ребенка в любом месте, в кинотеатре, в торговом центре, в любом другом социальном учреждении, а также просто подкараулить его на улице. От лица родителей города Ульяновска я прошу честных журналистов, средств массовой информации, а также правоохранительные органы защитить семью этого ребенка и всех детей от лживых публикаций в средствах массовой информации.